Эй, Дин, что делаешь? Я придумал план, как сделать наш сервер лучше. И как же? С помощью этой машины я перемещусь в прошлое и сделаю наш сервер первым. Это самая тупая идея, которую мне приходилось слышать. Эй, ты куда? Подожди меня! Бин. Да? Ты уверен, что ты не забросил нас слишком далеко в прошлое? Давай уже уйдем отсюда. Да подожди ты 5 минут. Я осмотреться. О, привет, Воу Драгон. Эй, ты куда? Ладно, чуть больше, чем 5 минут. Что? Здесь? В этой графике? Ты видел свою квадратную голову? Заткнись уже, давай найдем Драгона и Хэнка. Окей. Эй, Лан Пейн, пойдем сыграем в Mortal Kombat. Ну ладно. Это займет вечность. Эй, парни, держите инструменты. Откуда они у тебя? Тут какие-то чмошники сказали, что идут на край света. Ну вот я их и ограбил. Ладно, у нас есть инструменты, а теперь надо думать, как мы выберемся. Ну что тут думать-то? Пойдем вдоль рельс и все. Не думал, что это скажу, но это хорошая идея. А что если мы напоримся на хозяина этих рельс? Ой, да ладно, посмотри на эту засранную шахту, тут уже никто 100 лет не был. Thank you.
Хэнк, что ты делаешь? Гопаю рельсы. Да что за... Проклятие. Мне кажется, или мы проходили мимо этого знака 3 раза. Кстати, где Хэнк? Заблудился, наверное. Но не нужно волноваться. Хэнк способен позаботиться о себе. Эй, вы, 3! Идите за мной, если хотите жить! 1, 2, 3. Да. Влад, у нас для тебя появилось новое задание. Ты должен убить всех зомби-призраков в округе, а потом отправляйся в лес. Там найдешь гигантского жука. Он нападает на твою деревню, а ты должен его убить. Понятно? Сделаем. Может, расскажешь, кто ты такой? Что я могу сказать о себе? Меня зовут Дрифтер, и я шахтер. А что ты тут делаешь? Копаю. А заодно благаю тем, кто здесь заблудился. А как ты нас нашел? Я? Я следил за вами еще с того портала. Ну так хули не помог нам раньше? Мне надо было убедиться, что вы не те, кого я ждал. Кого ты ждал? О, кстати, а вот и выход. В этой деревне живут очень хорошие люди. Они вам помогут. Спасибо за помощь. Да, кстати, у нас человек пропал. Не мог бы ты его найти? Да без проблем. Не такую деревню я хотел увидеть.